Привет, друзья, товарищи. Запишу на своем канале видео не совсем специфичное для моего канала, традиционное точнее. Вот, достаточно специфическое. Это видео касается одного из моих товарищей, учителей. У него недавно был день рождения, назовем его Дмитрий Константинович, широко известный в узких кругах машиностроителей ярославских. Человек, уважаемый мною товарищ, инженер, специалист. Знакомы мы с ним с начала 2000-х годов, сейчас уж не вспомнишь, в каком точно году познакомились. Наверное, в 2000-м или в 2001-м, ну что-то в этом роде. То есть уже больше 20 лет. Хочу как раз его привести, конечно, не как полный идеал руководителя, с которыми я общался, работал, но очень такой хороший, крепкий, то есть образец для подражания. Чему меня научил Константинович? Кстати, никогда не помню, что он орал, хотя человек, ну, достаточно такой эмоциональный, да, зная, что тяжело там переживал те или иные решения. Вот. Умел держать себя в руках, получилось так, что он был достаточно молодой руководитель среди еще более молодых руководителей, мастеров. Нам тогда было там немного за 20 с большинством коллег, а он уже, ему было за 30. Но тем не менее, не помню, чтобы он как-то орал. По крайней мере, да, на меня или на кого-то из окружающих. Конечно, то есть как руководитель был требовательный. Но человек выдержанный, спокойный, я считаю, справедливый. Я у него, у тебя, могу сказать так, да, видео тебе это пришлю, когда на Ютубе будет загружено. Многому научился держать, соответственно, себя в руках. Научился как руководитель, научился как, соответственно, инженер, специалист. Научился не биться головой в закрытую дверь, если что-то не получается, раз, два. Отойди в сторонку, сделай, соответственно, паузу, на что-то переключись, и, возможно, то есть найдется какое-то достаточно элегантное решение, которое, ну, решит проблему достаточно, соответственно, просто. Как раз у нас вот с этого знакомства началось, что там был определенный брак, по моей там определенной невнимательности, неопытности, вот, и были со стороны ряда руководителей какие-то нервная такая подача, нервное реагирование. Ну а Дмитрий Константинович помог решить этот вопрос. Ну, ему, соответственно, в этом плане благодарен. Несмотря на то, что достаточно давно наши карьерные пути разошлись, я на дизельной работал последний раз в каком? В 2008, наверное, году. Тем не менее, то есть мы постоянно с ним общаемся, делимся теми или иными событиями, эмоциями, друг друга, соответственно, поздравляем. Недавно поздравлял я его, скоро он будет поздравлять меня с 45-летием. Вот, обсуждаем те или иные темы. Опять же, то есть он знает определенные вещи о марксизме, ленинизме, поддерживает меня морально. Спасибо ему, тебе, соответственно, за это. Рад был с тобой работать, рад с тобой, соответственно, общаться. А остальным руководителям пожелаю быть похожим на моего, вот такого одного из самых авторитетных руководителей, человек, который спокойно принимает решения, пытается докопаться до сути, обучить, соответственно, людей, направить их на нужное решение.
Так что еще раз с днем рождения, Дмитрий Константинович. Такое уже вслед, да, поздравление. Рад был с тобой работать. Надеюсь, мы еще где-то в чем-то поработаем, особенно если это будет социалистическое строительство на благо трудовых народов. Вот. Ну и на связи, всегда готов тебе помочь. Вот. Все. Всем пока. Спасибо. Кто посмотрит это поздравление моего хорошего товарища. До свидания.